outside. Son! I don't have to. No! Dzisiaj artyści, jak rzadko kiedy, unikają tematów politycznych, jeśli chodzi o zajmowanie postaw artystycznych. Raczej oscylują wokół problemów związanych ze stylem życia, czy stylami życia, jakie wytwarza technologia, także, która potrafi być także opresyjna. Jeżeli chodzi o postawy polityczne, nawiązując do tematu naszej rozmowy, czyli ciało, władza, polityka, właściwie jedynym takim artystą, który rzeczywiście coś radykalnego pokazał w ostatnim czasie i który zaryzykował swoją biografią, swoją praktyką artystyczną, jest Daniel Rycharski. Więc jest to właściwie, jeżeli tak rzeczywiście spróbujemy skanować pole polskiej sztuki współczesnej, jedyny taki jasny punkt, który nawiązuje do tego etosu sztuki zaangażowanej jeszcze lat 90. tak, i wcześniejszej. Вообще современное искусство, оно открыто на жизнь современного общества. Оно ее комментирует, полемизирует с ней, не соглашаются, не соглашаются, пытаются понять ритмы этой жизни, какие-то новые ее проявления. Ну, как бы задача современного искусства – быть внутри социума, внутри вот этой актуальной современной жизни, понимать, что происходит иногда, даже чувствовать на опережение, чувствовать, что будет, как будут развиваться события. Иногда художники чувствуют это более остро. Если говорить, сложно говорить о каких-то глобальных темах, скорее есть разные направления, векторы, да? Но один из них – это такое, я бы назвала его, зондирование таких острых социальных тем, которым живет современное общество, таких болезненных нарывов на теле этого общества. И в некотором смысле врачевание таким образом. Это, можно сказать, самый передовой такой срез современного искусства сегодня. Это, конечно, известные многим уже и группа «Война», и Павленский, и Pussy Riot. Это такой самый, можно сказать, горячий край актуальной современной ситуации. Но, безусловно, темы есть разные, и политика не исчерпывается острыми социальными темами интереса современного художника. Side. Son! I don't have to.